Глава государства сегодня встретился с творческим коллективом киноэпопеи «Путь лидера». Создатели фильма сообщили президенту, что за короткий срок ленту просмотрели в 25 городах страны, ее показывали в 55 кинотеатрах. В ходе встречи творческий коллектив рассказал о своей нынешней деятельности и поделился планами на будущее. Нурсултан Назарбаев поблагодарил съемочную группу за проделанную работу и пожелал успехов в ремесле.